Здравствуйте, меня зовут Ирина Бьёрна, и я пишу книжки. Я пишу книжки, делаю музыку, танцую, и вот уже третий раз, когда я пересекаю границу в Америке, происходит одно и то же явление. Меня забирает полиция, и меня ведут в специальное место, где делают специальный анализ, кто же я такая, почему это происходит. Некоторые люди, и я к этим людям отношусь, не имеют отпечатки пальцев. Мои руки не дают отпечатки пальцев. Может быть, потому что я чигон-мастер, может быть, потому что я хиля и работаю с энергией и людьми, может быть, так уж меня родила мама, может быть, потому что я столько раз обрезала пальцы, что мой вот этот вот рисунок, он просто исчез со временем. Я не знаю, может, потому что я хожу в сауну, но у меня нет отпечатков пальцев. И вот американцы, они сказали, раз у вас нет отпечатков пальцев, мы не знаем, кто вы. Я говорила, что я писатель, меня знают, потому что я пишу книжки, я пишу музыку, меня знают, потому что я музыкант, меня знают мои друзья, потому что я вместе с ними танцую, меня знают мои пациенты, потому что я их лечу, но это не важно, важно, какие у вас отпечатки пальцев. И вот уже третий раз, первый раз в Вашингтоне было 4 часа, я сидела, как не за решеткой, конечно, а в специальном месте, и там решали мою судьбу, можно ли мне ехать в Америку. Они решили тогда, и это было под давлением женщины, которую я встретила и рассказала про себя. Они сказали, окей, пожалуйста, потому что никаких нету ничего отрицательного, почему я не могу ехать в Америку. Хотя я и родилась в России, так уж меня родила мама, и воспитывалась в коммунистическом обществе, так уж было в то время, и была коммунистом, так уж я была в то время. Это совершенно не важно, я никогда не работала ни против Америки, ни против американцев. Так вот, третий раз меня задерживают, потому что у меня нет отпечатков пальцев. Unwanted, нежелаемо. Что же нам нужно? Некоторые люди меняют цвет своих глаз, некоторые люди меняют кожу, вы знаете Майкла Джексона. Некоторые люди меняют внешность и даже цвет своих волос. Видите, я сейчас на карнавале, у меня сиреневые волосы. Что это значит? Ну я же то же самое внутри у меня, все то же самое, та же персона. Потому что я Ирина Бьёрна. Даже имя мое изменялось несколько раз. Я была замужем уже второй раз сейчас. И важно ли имя? Irene, Ирина, меня-то как только не называют, Ирина. И сейчас у меня, когда я пишу мои произведения, у меня псевдоним. Я называю себя Лира Белла. Важно ли это? Что это значит? Все эти имена, одежды или отпечатки пальцев. Кто же такой человек? Что же нужно делать, чтобы доказать, что ты существуешь? Может быть, в Америке отпечатки пальцев значит больше, чем просто личность, которая имеет множество друзей, которая работает, которая пишет книжки. Видно, в американском обществе отпечатки пальцев важнее, чем личность. До свидания, ваша Ирина Бьёрна. Встретимся в следующей программе. Бел книги, книги для простых людей, а молодильные яблоки, моя школа, как же быть молодым, красивым и всегда радостным. Встретимся в следующей передаче. До свидания.